Сегодня поговорим о работе украинцев в Польше. Все дело в том, что 86% украинцев нравятся условия труда в Польше. Чем они нравятся, непонятно, потому что работа очень тяжелая, работа физическая, работа, как говорится, от зари до зари. Но, однако, как бы там ни было, многих граждан Украины, работающих в Польше, устраивает такое положение, и они оценивают ситуацию на рынке трудоустройства Польши и изменения польской миграционной политики как положительно. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенные агентством по трудоустройству, которое содержится в докладе «Перспективы трудоустройства иностранцев в 2013 году». В то же время большинство анкетированных негативно оценили ситуацию на украинском рынке труда. Но это нам известно, что сплошная безработица. Лишь 4% респондентов очертили ее как позитивную, а 70% назвали существующее состояние украинского трудоустройства как крайне негативное. Такую пессимистическую картину занятости в Украине повлек реальный уровень безработицы, а также условия трудоустройства, мизерные зарплаты, возрождение задолженности по выплате зарплат и пенсии. К отраслям, в которых граждане Украины чаще всего ищут работу в Польше, принадлежат производственный сектор. Здесь 38% опрошенных. Хотя в этом секторе лучшие должности занимают, конечно, поляки. Украинцы в основном выполняют низкоквалифицированную работу, на которую поляки идти не хотят, потому что очень низкая оплата труда. Но, тем не менее, за неимением ничего лучшего, наши люди соглашаются с любыми условиями.